и чтим память наших сотрудников. Считаем, что если мы проводим вот такие мероприятия, это имеет и большой воспитательный эффект для наших молодых сотрудников. Мы не забываем вдов, мы не забываем жен погибших сотрудников, детей, заботимся о них. Всего в мирное время оренбургская полиция потеряла более 100 человек. В числе погибших героев Исламгалей Есимов, начальник отдела по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 30 мая 2003 года он вместе с оперативной группой задерживал преступника на трассе Оренбург-Акбулак. По дороге Есимов объяснил задачу нашу. В Акбулаке произошел захват заложника. И сейчас, в данный момент, эта машина движется в сторону города с заложником. Заложника сопровождает преступник, который вооружен. С главной задачей – освободить заложника – оперативники справились. Но какой ценой? Подкопаев получил 2 огнестрельных ранения, водителя задело дробью, а для Есимова заряд стал смертельным. Он до конца был в сознании и вспоминал жену, ребенка. И потом говорил, начал, мне больно, жжет, печет, и потом затих. Со дня смерти майора прошло 13 лет, но ни на одну минуту не забывают его не только дома, но и в родной Самородовской школе. Здесь в честь Исламгалея Есимова установлена доска почета, а в школьном музее достойное место занимают его памятные вещи. 9 февраля, в день рождения Исламгалея Абдрахмановича Есимова, ежегодно, традиционно в школе проводятся мероприятия, которые получили название «Есимовские встречи». На это мероприятие мы приглашаем сотрудников оперативно-розыскной части номер 2 по Оренбургской области. Это коллеги и друзья Исламгалея Абдрахмановича, родственники. В этот день мы устраиваем товарищескую встречу в волейбол. У нас есть переходящий кубок в памяти Исламгалея Абдрахмановича Есимова. Я, например, участвовала в прошлом году в конкурсе «Лучший дневник». И там было задание написать сочинение на тему, кого я считаю героем. И я, просто не задумываясь, выбрала Исламгалея Абдрахмановича Есимова, потому что я восхищаюсь его поступком, восхищаюсь тем, что он выпускник нашей школы. А в Оренбурге именем Исламгалея Есимова названа улица. По ней не шагают парады, на ней не играют оркестры, но каждому оренбуржцу следует помнить о тех, кто ценой своей жизни охраняет наш сон и покой. Гульнара Давлетолинова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.